Почему все так сбежались к реке? Раскайся в том, что ты натворил, и крестись. Это знак того, что ты хочешь начать жизнь заново. Проповедника зовут Иоанн Креститель. Я никто. Я только готовлю приход того, кто явит нам Бога. Он будет крестить вас Божьим Духом и Божьим огнем. Вы станете новыми людьми. И тогда. Крестить тебя? Это ты должен был бы крестить меня. Мы должны исполнить волю Бога. Отец, пусть придет твое царство, и воля твоя исполнится. Тогда слышится голос с неба. Ты, мой сын, я люблю тебя. То, что ты делаешь, угодно мне. Эти события происходили в начале нашей эры. Израиль в то время был лишь частью огромной Римской империи. Израильский народ чувствует себя бессильным и угнетенным. Израильтяне с нетерпением ожидают Мессию. Мессия – это тот самый Спаситель, о котором было предсказано в древних еврейских книгах. Мессия должен принести на землю торжество Божьей правды. И вот у реки Йордан Иоанн Креститель указывает на Иисуса. «Смотрите, вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира».